Инту. Кому? На каску пристав. Каску конкретно друиду. Пристабав инту всем. Так, просто нажал. Давайте танки хилы тут, идемте трэш чистить. Так, походу у нас там не все хилы тут. Так, дальше трэш не агрите, хильте Белина, там супердру один хилит. Танчик, покажи. Мысли. Шван пришел уже? А, ты уже спекнулся. Так, ну давайте РСД правую, милики левую бейте. РД бейте, кастующую печеньку поставил. Америки тут трэш сливайте. Зачем меня мастаун прожимать? Мана нет, но вы держитесь. Сейчас пою. Так, это для печеньку, милики, звездочку. Раз. Давай, паладин, наверх, ДК по одному вытаскивай, полководцев. Мелики полководцев по одному играть, РД там сверху кучи заливайте пока. Можете еще полководца тянуть ДК. Америки, можете вырываться наверх уже. Давайте бурсты на вальке отдавайте. Не жалейте. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Наверх не поднимайтесь, капитанов убивайте. Останусь тут и сообщу Тириону о наших успехах. Да, хорошо, добиваем. Убейте Синдрагосу.
Боктар, герои! Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя Серебряного Авангарда. Впереди вас ждет много... Так, давайте, что там по хилам? У кого хилы есть, спекайтесь. Я спекнусь, Тотем спекается. Кто там еще хулиприт? Есть у кого-то? Пау. Спекайся. Не, хотя не спекайся, не надо. Вот, це не надо. Дайте рыбу. Давайте в порталах. За печенькой летайте, рейд. Я иду цехилю. Манурес эти. Остальные все на вальке. Там слава, проходи. МП5, лапу, инту. Дайте там баф МП5, обновите интеллект. Инту, МП5. Давайте сейчас на пул. Сейчас хупал он. Хупал добавляется. Кому? Не знаю. Да есть. Сосал и понял то, что у него есть. Три кнопки тотема. Ну все, пошлите, можете пулять. Чужой конь стоит. Тут портал быстрее летать. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы. Херафик, давление. Залечите мои раны. Ауе, по червей давайте. Огненный слив. Перед мордой. Толстый вышел, смотрим подавление и радио. Так, телефон, сейчас я отойду, там похильте без меня. Ухнули с него. Со стороны хвоста. Наверное, перед мордой. Так, что там? Заходите в порталы. Просто пока тебя не было, мы не заходили, поэтому спасибо. Плохо. Друиды, дайте Инри, как осени. Вышел толстый, смотрим, подавление сейчас будет. С стороны хвоста. Давайте, после этих. Я на ману стою. Поставь тотем шаман, шаманы. Ну, после этих порталов выйдите. И так дохилите. Может, типа, дадим рост?
что там 80%? Как хотите. Ну, три себе пиздюлина получил, смотри. Как в тот раз, когда сосед увидел, что ты у него крыжовник пиздишь, да? Я пою. Угу. Не слышь, значит. Нет, мы поем. Алиса, так видите, вниз спускайтесь. Все, спекайтесь обратно в ДД, в хилах только пятая пати остается. Можно чай сделаю по-быстрому, Рамзес? Иди, только вниз спустись. Там протопал отошел, так же смотрите, трэш, вот здесь Андрей не пуляйте. Я тоже там на пару минуток отойду. Тоже бутыль. Тоже пол поменяй. Ну так Славе. Квест, по-моему, за великана был. Не, на Дарнована. На Дарнована, да. Виталик, спекни с танка. У нас как раз протопал отошел. Виталик, стой. Ну, по идее, когда юзаешь, что он честь отдает. Смотри на хама. Раз, руку поднял. Софья шмара, смотри, раз. Хама. Идем. Ты хочешь, чтобы я кому-то подчинялся, что ли? Ну, типа, да. Просто мурлоки настолько тупые, что ничего не могут. Ну как бы тебя наебать смогли, да? А чё вы тот трэш не приведёте, не? Казарин же против отошёл. Ну Казару, ну. А при чём тут против вообще? Против ведёт тот трэш или что? У нас медведь же есть. Ох, ебать, две пачки. Что-то стырил. Вы там добили трэш? Нет. Капец.
сказала ребенку идти спать, он мне компьютер выключил. Говорит, иди, мама, спать. Нет, иди ты, мама, спать, да? И сколько ему? 3,5. Не сладко тебе дальше придется, конечно. Если он начнет играть в Warcraft, то вот профессии ему качать ты будешь. Он мне тут бегает. Говорит, мама, я бегать хочу. Нажимает на кнопки, бегает. А, лайфхак, короче, научи его рыбачить, пусти рыбалку качай. У меня младшие сестры умеют, блять, вот это. Павик не выдержал, пошутил таки. Чё там? А ты чё зашла? Мы же тебе не сказали, что можно. Ну блин, ладно, чё ж теперь? Ну выходи, чё тебе? Выйди и зайди, как это требуется. Выйди и зайди, как положено, бля, да? Подарит мне кто-то токен за завоевателя героический, за свое кто-то, ну за ваше. Можно и тапки, ладно. Мне кольцо дарили с кораблей друиду. На свадьбу? Ага. Ваня. Погибни! Блять. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордстола уничтожают души. Я привык, что вы сюда как стадо бежите. Думаю, ну по АФКшу тут, короче, вы не заметите, что я тут АФКш. Бежите, бегайте. Поставил опять маунта, поставил приз маунта. Спасибо. У меня найдется все, что тебе надо. Рыба есть? Наверху. Ваня. Что-то как-то тихо его кричишь.
Кралька, а кто твой муж? Он играет в Warcraft вообще или нет? Здесь нет. Так, на уши он играет. А чё, ты не играешь на офе? Да не. Чё, нам за двоих что ли платить? Ваня, ты здесь? Мне не нравится всё, что выше ЛК. Ты играла там? Ну нет, но я видела, чё там. Так себе отмазка. Разойдись, вообще отличная патча, не знаю, жалуются это так это. Так, давайте, подходите, чек у нас пока на пол. Или господин ведьмак, там хранит. Вам таких пиздюлей отвесит. Тебя их куда-то. Где тут дрын какой-нибудь? Ой, нахуй, выкинь. Пока ничему обучат. Тебе, сука, меня уговаривать не придется. Ой, видели, что вот отделся на главную роль в ведьмаке? Супермен, типа. Ебать, он так кончено выглядит просто. Так, давайте, все готовы, спускаемся, танки одевайте, фрешлот, не забывайте. Пятая пати хилы. Знакома освобожденка, те стоят АФК, отхилят. Ну, он типа синяк, как, типа, как легавал, понял? А, ты и тактику рассказываешь, извини. Да ладно, прощаю. Пока КП не начисляет, то поможешь, конечно. Не-не, будем начислять это сразу. Кто там умирает от тяжки на склепах, такое все будет начисляться. Так и камень нахуй слезет, я все равно так уже делал. Слой, камень его. Блин, не вшипай. Пятый, я лагаю, пиздец. Плохо. Бежим. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите! Так, давайте. Дотаки синдром, сейчас будет взлетка. Рейд наверх, метки вниз. Смотрим на ком метки, вниз спускайтесь. Никто не уцелеет. Давайте, метки. Браво, не бейте, я не побью. Самый правый не бейте. Бейте точно, без дот. По центру падает. По центру. Бейте центральные склепы. Правый падает, бейте центральные склепы, рещи. Это предпоследняя бомба. Так, возле лестницы с левой стороны. Все разбивайте. Так, 2 хила освобожденка, Америки, там 4-5 стаков максимум. Так, готовьтесь, притяжка будет через пару секунд. Готовьтесь отбегать. Бежим. Дот эти синдром сейчас будет, взлетка через пару секунд. Давайте, рейд наверх, метки вниз, метки далеко друг от друга не ставьте. Так, давайте, метки вниз, на мне метка, смотрите сами где падает. Справа между склепами. Справа далеко.
Справа между склепами. Подбейте правый крайний, там чуть-чуть. Левого здесь склепа. И левый крайний РДД. Ребята, можно заходить? Нет. Да, заходи быстрее. Да, мы трэш добили. Нет, меня выкинуло на сестре. Блять, а тебе никто не жаловался на этот макрос, да? Ну прям все адекватно воспринимали. Да нет. Привет. Так, давайте, фаза пошла, все под босса будем носить. Ну, слава под босса, милики ушли. Раз разбивайте. Ну, блядь. Дальше под босса вставайте. Следующую под босса хильте рейд. Ара под босса, ушли милики. Не бьем склеп, сейчас притяжка будет. Не бьем. Беги, малышка, беги! Следующий тоже под босса будем нести. Все разбивайте. Селфиш под босса, милики стоят. Разбивайте, давайте рост. Да куда, куда пошел впереди? Ну понять, что с ней. Отрем под босса. Уйдите, милики. Разбивайте. Под босса тотема. Ушли милики. Так, три хила освобожденка, милики без фанатизма. Разбивайте, следующий под босса будет притяжка. Следующий под босса. Ара под босса, ушли милики. Этот не бьем, будет притяжка. Хильте БДК, хильте. Умрет. Следующий под босса будем нести. Разбивайте. Милики стоят, курят, разбивайте. Мультифрики под босса. Ушли милики, сразу разбивайте и добивайте синдром. Бля. Это я чернулся рано, то есть, не то нажал. Ну, разбивайте следующий под босс, следующую сторону, слава в сторону, добивайте синдром. Кит, Белина, сейчас умрет. Вы сейчас все умрете, если не убьете. Хаба в сторону. Часы. Хлеб бить. Че, ставки будут? Я думаю, так про 7 вайпнемся. С первого. Да не, раз 9, я думаю. Мы обычно это... Давайте с первого и все. Четверка тоже правильно. С первого. Сейчас 3 себе возьмем, специально вайпнем. Пиздец. Так, ну давай. Ваш косяк от 100 до 300 ГП. Косяк, приводящий к вайпу 500 ГП. Мотивация. Ну давай, фейл. Ты же там кот вроде, да. Все печеньки станешь, селфиш рога, все ромбики, протопал, все трусы. Остальные паладины, там смотрите, кто будет улетать, того и станьте. Так. Хаба будешь с первого шаркающего выступления снимать, и ромбик поставлю. Лемура со второго будешь снимать, квадрат поставлю.
Там воет три кнопки хаба, подходите. Саня, признаться честно, я уже давно не слышал тебя забуханного ВРК. Что случилось? Давайте кулбафы. Ну, не знаю. Ты бухать перестал? Ну, я бы так не сказал, но просто сейчас. Просто сегодня пятница. Или дети поговорят: Саша, хватит уже пить. Оно тебя погубит. Это такой: огонь не может убить дракона. Все, Вань, мы тебе не мешаем, расскажи. Ну, Ка ушел опять. Сука. Услышал слово бухло и сразу в холодильник побежал, да? Так, ладно, давайте все тут запускаю. РД звездочка, Мелики, печеньки будете стоять. Против Фрост. Какой сына подиспелишь? Угу. Давайте, становитесь на позиции. Ты запустил уже, да? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою... Против Фрост. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более... Шмот. Десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. 10 голды на то, что лягуха умрет. Так, давайте, бой начинается. Смотритесь на позиции. Саша, кинешь на второй переход на БДК. Я знаю. СС. РД ловушка, РДД. Чума 2 секунды, готовьтесь выносить. Чума на слава выноси. Так, ловушка. РДД, милики, проходите. Так, охотник, это, короче, твой шаркающий. РДД, милики, проходите. Ромбик достал, там кто будет снимать вступление. Хаба, чума. Чего вы так далеко рассосали? РДД. Звездочку встаньте. Второй шаркающий вылез, РД ловушка. Протопал ара выноси. Макары. Диспел. Так, давай. Смотрим сейчас милики аккуратно, куда будет ловушка. Милики, давайте. Милики в РД зону, милики ловушка. Давай, смотрим, еще одна ловушка сейчас будет, на край пойдем. Камуин. Протопал ловушка. Давайте все на край. Хазарак, давай. Фейл кальку залей. Не. Так, пою гимн, ставьте ПТМ. Так, дух на этой стороне, аккуратно. Наберите ренжу быстрее, ренжу, наберите хилы РД. Не стойте в одной точке, рассоситесь. Паладин-то мелкий трэш. Ты сферы. Да, присты там, чуть, паладин сферы там забирай. Сферы, господи, духов забирай.
Давайте хорошо, среднего духа хорошо бьем. Паладин, на переходке заберешь его. Все, забирай духа. Идите под лича. Идите под лича, там доты его добьют. Становимся звездочку. Дайте все звездочку. Добили, блядь. Нормально. Все звездочку, станы и сливаем в архив. Вернение. Вышли, вышли с подарки, рассосались, эмарки хырки. Дайте трусы бьем, трусы, кто там еще, ромбик. Трусы еще. Давайте, рост. Не-не-не, блядь. Так, давайте в звездочку спрыгните, на эту сторону будем лететь. Все в звездочку встаньте. Ладно, потом еще один рост дадим, ничего страшного. Давайте. Через 5 минут. Третья вольтира, первая вольтира спускается. Скажу, надо будет разбежаться. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь. Все, вышли с центра. Так, ромбик играйте. Ромбик, печеньку, все три играйте. Печенька, ромбик приоритет. Трусы в самом конце будете бить. Давайте, добивайте ромбик, печеньку, потом в трусы будем играть. Дайте трусы РД. Милики, плеча бейте. Скиллы, РДД на рейнджу. Сначала будет оскрепнение, а потом в центр побежим. Уже вышли, вышли милики. Смотрим, на ком оскрепнение. Так, идем на центр. На ту сторону будем лететь. Все в звездочку. Танвальтиром и сливаем их. Так, вышли с подборки раскрепления. И дальше. Сейчас, сейчас разобьем, нормально все. Выйдите, служи. Так, давайте в звездочку становимся. После третьей валькиры будет осквернение. Надо будет разбежаться после третьей валькиры. Валькиром встанем. Станем. Так, раз, два, три, вышли. Осквернение. Играйте, валькир. Выйдите, ладно. Уже привычка портовали расклевать. Давайте, играйте все три печеньки. Печеньку играем, давайте. Ромбик, трусы, успеем слить. Дайте трусы, ромбик, все нормально. Трусы давайте добивайте. Все, переводим меча. На край. Да, да, на край, на край. Ну куда лужа, слава. Там просто по лицу бьют, блять, мне парихасты летят. Да и. Нормально, давайте на край все ушли, я споредим на хп, все нормально, на край все ушли. Блять, Эгин послал, но ничего страшного. Так, бьем духа, который с меткой. Набираем сразу ренжу между собой. Так, Гильдаль, давай гимн на ману. Старого духа не откидывайте никогда. Давайте в нового духа. Охотник и третьего на поле, и рога четвертого на поле. Да, БДК. Можно на кого-то напулите. Давайте старого добивайте. Все, давайте в нового. Старого играйте, только старого. Все, давайте протопал забирай, прожми срезку. И играйте в нового. Сфера, сфера, сфера. В нового играйте. Дайте ему доты.
За мной в печеньке бегаем. Давайте, все нормально, все нормально. Присты бьем в духах. Присты, ханты там все бейте. Дайте рейд холл и просто потихоньку будем ходить. Давайте стоим в печеньке, дальше не идем, там бомба падает. Проходим. Проходим, проходим, сзади бомбы падают, что вы там, не оставайте. Давайте проходим. После комнаты паладин забирает духов, и мы играем все в духа. Давайте все в духа играйте. ДК уводи к трону. Все, ушли с центра, ушли от духов. Паладин, дыхни от духа и можешь ловить мелких. Все, паладин, можешь ловить их. Так, лужа осквернения. Нокдаун, БДК, отошли милики. Ушли с центра, в центре духи, никуда не вели. Да стой там, ДК, стой там. Дотайте лича, сейчас будет комната. После комнаты рост дамо. После комнаты дадим рост. Давайте, идемте в печеньку. Кильте с услятина умирает. Какое-то склонение прокол. Давайте в печеньке бомба. Проходим, проходим. Проходим. Ноябрь месяц, у меня комары летают. Проходим. Две Давай. Недели снег лежит. Что говоришь? Две недели снег лежит. Нормально. Плюс 15 днем. Крейте духов. Проходим. Давайте после комнаты к порталу идем все. Все к порталу смотрим уже. Фейл. Веди, короче, куда-то, ДК. Ушли из центра. Супер дру резай Хазарака быстрее. Я сам вставай. Вставай, вставай. Поздно меня резать ничего. Ладно, вставай. Так, дайте ему там каску лаву пристабав, даю гимном, ему уводи к трону, ДК. Так, рост дали, молодцы. Уходи. Идите, так, готовьте осквернение, милики, выходите. Вышли осквернение. Паладин ловит духов, а мы стоим, добиваем. Будет комната. Так, духи пошли, не умирайте. Лок, лок, лок. Никуда не веди, ДК, там, стой. Давайте, последняя комната. Так, идемте. Надеюсь, фуллы просто будем ходить потихоньку. Так, стоим в печеньке, бомба впереди. Проходим. Давайте стоим, проходим, проходим, давайте быстрее проходим, дай сакру, проходим, нормально все. Давайте проходим, выход и на другую сторону от лича идем. Лужа смотрим, сослятина. Ну и стоим, добиваем лича уже, никуда не веди. Никуда уже не веди. Правильно, наверное, пусть дыхают и милики там так их. Молодцы. Нормально, доп, я ПА давно уже не было. На прошлой перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под ваш.
Бля, копар. 10к, а или 100к. 10к не хватило. Да чего? Ну он дал 20-ку, если что. А ты про лича? Да, про лича. Он... Хули сейчас делает? А что, не хватило в лича? Да-да-да. Ну там пиздёж. Короче, ну у меня суслядинка 6900 только дал. А копар 7100. Не, у меня показывает больше, у меня 7200, а у суслядинки 7 ровно. А по валькам есть? Там все вышеленько, ну. А сирот пойдет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Нифига, стерею. Честно тебе, я пока выйду. Молодцы. Дыхайте там за ЕП. Там никто не дыхал. Ой, блядь. Рел кидало. Все эти волчати воют, коня кинул. Давай ролик. Дайте порт в Долоран, пожалуйста. Суслятинка нормальный, да? Сам по Беларон портанулся. Ну чё? Три кнопки дай пока, портал. Я сейчас поставлю. Идите, Беларон, вот порт поставим. Что там, Олег, ВРК, заходи в РС-ку, там уже все, короче, злока убили. Можно льду за 1:20 до йога? Не. Да лучше льду, пойдемте льду. Лучше пару РС-ок. Что там, все застегнуты, начисляют? Нормально. Не, начислять нормально, собирать рано.
Но я не уверен, что он нормально поступил, как бы. Это хуйня какая-то. Ну чё? Сейчас носись, Слава, не трогай там ничего тогда. А чё, Олег-то почему ещё собирают уже? Мы ещё в рейде сидим.